Мистер Пуки проснулся. Пуки, Пуки-пуки. Опа. Курточку я эту вообще-то купил в магазине. Просто зашел в магазин. Очень жаль, что вы разосрались с жирной саранской треш-стремешей. Явно, что кто-то из вас негативный персонаж. Осталось выявить кто. Я, кстати, какал на твое гнездо на голове. Алапеце. А это он со мной разосрался, потому что я выбрал другого, а его не позвал. И он обиделся, я позвал. Все. Я сказал. Ну, надеюсь, ты умнее этой бешеной черепахи из Засранска. И не держишь зла. У того просто шиза прогрессирует из-за кибербула. Я надеюсь, вообще... помиритесь и будет я возвращение легендарного дуэта двух полупокеров. Я вообще никогда ни на кого зла не держу, понятно? Я ни с кем вообще не срался. А то, что там придумают про меня, вообще это их проблема. Это мы... Если челик бредит, то пусть там бредит сам собой. А меня в это не вписывает. Юсика не трогать. Да хуй знает, что там у вас с клитернизмом случилось. Он как ты говорил. То есть почти ничего. Просто ваша арма была легендарной хуйней. Обидно, что разошлись пути. Плак-плак. Он сам выбрал такой путь. Арма. Ну арма, да, была крутой арой. Когда она была живой. Да. Это ты, Спасибо.